Почему? Олег, стой. Тут звездочки, никого нет на пассажирском. Прорицатель неправильно садится, наверное. Так, жди пока. Тут. Давайте еще раз плюсы, кто умеет подбирать колчеданные. Садись в кружок Фулгрим. Англии будешь водителем в кружке. У меня слезть с кружка. Фулгрим, садись в пассажирское место, Англия будет водителем. Клод, ты садись в звездочку, будешь что-нибудь делать. Англию в кружочек пассажиров, водителем. Идеален, садись в звезду. Кто еще без машин, плюсики? За машинами. У кого нет машин, идемте все назад за машинами. Или подождите, или можем так увидеть, сколько у вас. Значит. Садитесь в чоперы, короче. Вон звезда поставил, кружок. Череп. Скарлетт, садись в кружочек. Погнали, восстанавливаете здоровье для пассажира своего, ладно? Никогда никто не умеет. Эти стихи повесили на машину. Угрюм, ты где сидишь?
Харли Танка. Кресты, разрушатель плат, Войд Каспу и Джаз Щиты. Так, у нас один танк. Немного Джазов и Кашек. Внимательно следим за этим. Блин, Хазарак, в ДД спекнешься потом. Ага. Тоже ДД. Пускай босса. Давайте рост. На пульте на скорлетке, на пульте на скорлетке. Вот, с ума.
Так у меня этот квест должен есть. Чем там с силой, наверное, получше. Ну да. Говорю, квест висит. Ну вот с этим большим. Сейчас будем трихила хилить, тагит, смешу и пепе. Хмеля с нами передает плащ. Вару, или ФБ там другой должен быть с легкостью. Послание. Ну или послание. Как называется? Блять, я его просто не возьму, все. Блин, ну я бы выразился, да не буду. Ну, посмотрелся, плащ. Сокер кулак побега. Крест под Shamanches. We own the right to live the fight. We're here for all of
делаем хардмод на роботе, нажимаем да, если не хотите, нажимаем нет. Шарлите, кстати, приезд на робота. Это картинки на танке. Кольчуга, Holy Power Shamp. Жезл, крит дух. Хорошо, делаем хардмод. На хардмоде, на ком будет темная метка, сразу выбегаем из рейда. Ну и все, просто захерим. Я пойду после сердца, уничтожим сердце. Без дух. Так, играем в сердце, Animal Jazz, собирай пока трэш, трэш не будет, играем в сердце. Мелких фарантоков сливаем, слева справа будет пути. Пенек выйдет с рейда, добили трэш, звездочку поставил. Метка. Вот метка. Жесть, метка. Вот это выбегает с рейда. Лена, давай гейм на ману. Тайгет, ставь тотем на ману. Если пенек выйдет с рейда. Фейл, мы бегаем.
вернемся в вестибюль. Вот. Это будет легче. Ну, в Англии, блин, для начала поверхности, попишу что-то. Позорок, ты выйдешь, да, сейчас? Да. Ну, пушку вставил, но просто он взял. Хорошо. Кому я там пушку надо? Англию. Давай, трейд. Последний с Камелома плюс чат. Камелом это большой? Да, большой. Кто хочет последним убить Мелкова? 5-3. 5-4. Кто хочет убить среднего? Пусть он за много, а я пусть за большого. О, Питер за мелкого. Нет, Питер за большого, Джесс за мелкого. Кидай в рот, кто победит, а я буду не убивать. Тогда я не буду выпадавать после него, чтобы никто не разошелся. Топ-пайк, типа. Так, первого будем снимать кружок, второго звездочку, третий квадрат.
пират также встанет молчал, Скарлетт танчишь кружок и поезд, там каскет 1000 плюс, представьте, нужен третий танк. Танк забей, давай, чтоб не кайф, я не напрягался, армия спрятался, танк это танчишь и бездут. Соберите каз, получите ачиву. Да, молния.
Тинки Хант. Ролим квеститом. Пойдешь заберешь. Здесь тоже надо три танка, англиф останется в танке. Понял, спрятался, брат. Только я не очень знаю эту тактику на танках. Пел. Значит, Карлет первый танчит, второй Animal Jazz, третий англиф. Как только танк получает один стак, сразу забираете. Сливаем правую руку. Калка готов. Сейчас, кто первый? Мандарик сейчас заходил в игровой мир, знаете? Нет. Соответственно, еще не зимало. Убили босса? Да. Ага. Да. Иди, Скарлетт, забирай двоих. Кильте ее.
Отводи, отводи, Скарлетти, босс идет, отводи. Идите оттуда все. ГГ. Вообще с временем. Каждый раз, блин, их надо всегда отводить наверх, как только вы агрите этих мобов. Ну, блядь, я не мог, Джаз, почему ты, сука, не пошел второго моба не забрал? Сейчас бы не вайпнули. Рочишь постоянно в этих местах. Олег, тебя не слышно. Я смотрю, это с пьедестала, что вы делаете. Ёбаная, я, блядь, спиритов и кашляет, Скарлетт один танчик, меня сложило. Я пока писал, чтобы меня арестовали, а он не додумался босса отвезти, блядь, и привел его сюда. Ты понял, о чем говорил? Это Пайпер был? Да. Хотел здесь этого бессмертия сделать, но, видимо, нет. Потому что неху торопиться, блядь. Ладно, вы пока падаете, а то иду пока. В конце этих мемов сегодня проорал просто. Жень, Карин, только поугарать можешь. Блядь, прости, красава. За хилем кидай, хули. Какой порт? Предпоследний. Обвалившаяся галерея. Там еще было про учителя роботехники, блядь. О, господи. А у нас тут не будет ролиться, да? А, да, давайте. Я забыл про сундук. Бывает. Вы его не заслужили. Там штанишки. О, разорвали ножи. Так, Карли, ты танчишь босса, анимал англиф. Здесь тоже надо два танка. Танчите мобов. Мы их убиваем, потом убиваем дикого защитника, когда он появляется. Все стоим в звездочке. Скарлет, танчи босса так, чтобы он смотрел лицом на весь рейд. Гильдаль, кинь антифир на Скарлет. После фира фулгрим кинешь антифир. Третий Саншу кинешь антифир. Так, пуляйте танки, ведите к звездочке всех мобов, никто не бьет впереди танков, только хилы. Ой, сокру прожать там. Ладно, давайте сливаем мобов. Встаньте все под мордочку. Давайте в звездочку становимся. Верни босса так, чтобы босс смотрел на звезду. Я понимаю, это сложно, но постарайся это сделать.
Становимся под босса. Да не надо сбивать карты, зачем нам надо. Давайте под босса все. Сейчас будет большой луч, от него отбегаем, появится из него дикий защитник, его надо будет слить. Танки, паунти тимоба, вот смотрите, сейчас будет луч. Давайте отбежали в звездочку, ждем защитника. Ничего, все равно вы бы смерти не сделали. Давайте в защитника играем. Смотри, на него даже не действует гром и молния. Давайте все под босса. Удар часового не сбивается никем. Фантастика. Нет, у нас вара в рейде. Итог минус 5. Минус 6. Высцепенек, англиф, ебум-бум. Не умеет прожимать антифир, убивать косты. Сейчас то же самое. Танки, берите на себя защитника, добивайте босса. Смотрим, кто прерывал каст. Понятно. Никто. Только Элен. Один раз вар. Да, лосипенек, я бомбом голову уже не ролите. Поднимайте больше. Мне надо отойти, там убьете, что делать без меня. Вот это не столько Долоран. Так я приду минут через 10. Ну мы тебя засунули просто. Ну смотри сам. Башка. Дичь. Слишком далеко. Осталось последнее, что он называется похолодание. Кто ее запорит, не ролит голову полгода. Правильно. Серьезно? Да, серьезно. Там надо просто смотреть за своим дебафом. Как он там называется? Просто на миссии стоит не надо. Прискучим минус. Мне фурика? Да, чтобы дебаф не мешался, надо просто раз в 2 секунды прыгать или бегать. И все. А что диспелить? Присты на вас диспел, на паладинах тоже. Сами наступаете, что ли, лом? Что случилось? Ну, зачем наступать? Не видно было просто от снежного кома, вот кто-то наступил. Он, ну, вас слишком сложно заметить. Ты видишь, он сам появился оттуда. Никто не задел. Странно. Why?
воришки, а? Давайте сначала собьем склепы на НПЦ, и потом будем бить босса, двигаться постоянно, от меток отбегать. Когда появятся две большие метки, станем на границе с ними, подождем, пока снежный ком упадет на пол, забежим туда, чтобы они заморозились. Давайте фул рыбал. Не ту каску. Кралька, ты тут? Можно одну секунду потерпеть, я таблетки хряпну. Что там, кралька, вылетает или нет? Этот. Так, Таги, ты услышал, да? Тут надо двигаться постоянно. Слышишь? Таги, Таурек. Да, да. Или можно следить за дебафом, который у вас появляется. Справа, внизу карты. Появился дебаф, подвигайтесь. Вот. Потом на границе с большой меткой встанете. Подождите, пока снежный ком упадет, и забегите туда. Чек. Все, погнали. Давайте сначала склепы разобьем. Лена, двигайся. Медаль. Идеален жест. Грим. Как. Мели сумели. Становитесь лучики, костры, грозовые тучки. Будет заморозка. Встали на границе с большими метками, ждем, пока ком упадет. Все, упал, забежали. Так, бум-бум. Слишком сложный для него. Слишком сложная тактика. Очень страшно. Играйте в склепы. НПЦ опять в склепах. Идите за своим дебафом. Тайгер, двигайся. Опять вспышка, встали на границу с метками. Идем по какому пойдет, все, забежали. Никто не заморозился, двигаемся тогда. Слышу, двигайся, Тайги, двигайся. Подбегаем опять вообще. Тайги, это диспел, и бум-бум, а диспел, в идеале на диспел двигайтесь. Эндрик, это что ты говоришь, что не слышно? Пипец, меня не слышно. Слышно. Вот ты, сукин сын. Давайте, стали на границе с метками. Качива со склепом провалена уже. Нет. Двигайтесь опять. Двигайтесь еще раз. Скарлетт диспел. Это моя проблема, прошу прощения. Гибриляция, гендаль, пеппер. Пул Гримс. Юнт, двигайся. О, отлично. Чё тут сложно? Пусы. Мы хэн сделали? Да. Спасибо.
Да, вот это и был холодание называется. Осколочек, вау. Женя. Какой вопрос, мы будем пожарника делать? Горите. Фейл. Защитник ролем. Смертей. Давайте попробуем без смертей. Фейл, у тебя сова есть? Отлично спекнешься. Окей. Можешь в тела спекаться. Попробуем за бессмертие. Этот самантисит. Кто пойдет в комнатку? Ник. Помогите мне. Комплект их танка давай. Три танка пойдем. Вот в комнату Халид Селаси, Вуди Аллен, Фулгрим, Хазарак Хилом. Анимал Джаз идет еще. Так, Анимал Джаз, Хазарак. Англиф снаружи остается. Скарлетт и Англиф остается здесь на арене. Отойдет комната Animal Jazz, Хали Селаси, Вуди Аллен, это 3, Фулгрим 4, ну давай будет 5. И Хазарак хилом, я в Элеме. Калк спекаси в хила, Фейл в сову. Прорицатель в хила. Милики, вы будете на дистанции стоять все. Когда начнется вторая фаза, все выходим на дистанцию, 20 метров. ДЦ ни у кого нету. Озвучь порядок, в котором мы будем босса тачить. Скарлетт первый, Animal Jazz второй, третий Англиф. Кушаем рыбу. Следите за своим игрой в комнате, в туннеле. Там мобы станет танка по 25 секунд. Ждите 25 секунд, потом начинайте бить моба. Первый ассист, ты ставь метки, какие хочешь только. Чек. Турек готов? Турек. 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 Ждем минуту, пока его выкинет. При танковании просто стоят на месте эмиляции, или его как-то крутить надо?
Не надо не крутить, там три человека будет в мини-зоне внутри танка. Просто когда танк получает дебаф, ты сразу забираешь босса. Хорошо. Казарак, тебе там надо только захилить танка, пати и все, уворачиваться от пушки дальнего моба большого. Ты сам увидишь это. Куда вправо отбегать или влево. Там в идеале на моточку типа смотри. Можно начинать его выкинуть. Да, давайте чек. Держи вроде ассиста. Все, начинаем. Убивайте моба. Можешь почитать, что Пеппер пишет. Незваные гости. Отойду пока на сколько-то. 2 минуты. Так, когда босс спустится, мы все выходим на дистанцию. Мелики тоже. Лысый пенек, Ангриф, Юбумбум, Войд. Все выходим на дистанцию. Ангриф танк. Ой, Ангриф это танк, да. Остается все верно. Ну чё вы там? Выпускать? Да. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить... На дистанцию все вышли. Я сокрушу вас всех! Сейчас слышите меня? Звезду убейте! Все в звезду! Миллики вышли на дистанцию. Так, Animal Jazz забирай. Animal Jazz получит дебаф через 10 секунд. Вот он.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Забирай босса, Англию. Так, Скарлетт, заберешь босса по команде через 10 секунд. Ты перегоришь турин. Каунти! Скарлетт, забирай сейчас босса. Прожимайся. Незыблемость прожми. Ну и где дебаф? Дебафа нет. Багнули что-то. Дронера, есть место? Нету. Пьем пока. Так, анимодж раз заберешь потом, как бы будет БДК дебаф. Ну вот, дебаф. Видели, да? Ничего страшного. Я сдаюсь. Что там по смертям у танка? Покажите, как прилетело. Шестьдесят девять тысяч. Не знаю, там босс что-то забагался, не кидал дебаф. На мне не было дебафа, а потом ёбнул там. Странно. Да, очень повезло. Ротрика? Да. Фурика? Или кто-то вон дальше? Да, Фурик. А Венха? Да, Венха.